Триумфом дагестанских спортсменов в Кисловодске завершился Кубок Кавказа по комбат-самообороне. Участниками турнира стали более 400 бойцов. На счету наших спортсменов 18 наград различного достоинства. Обладатели золотых медалей получили еще и пояса чемпионов, и путевку на мировое первенство. Все подробности у Гаджимурада Зиудинова. Комбат-самооборона – система самозащиты, предназначенная для всех слоев населения. Школа основана в 2010-м. Представители данного направления утверждают, что делают универсальных бойцов. Вид спорта включает в себя все лучшее из бокса, кикбоксинга, ушу, армейского рукопашного боя и микс-файта. В первую очередь здесь учат защищаться, а не нападать. Свои навыки дагестанцы показали на Кубке Кавказа в Кисловодске. Итог выступления представителей спортклуба «Воин» – 6 золотых, 6 серебряных и столько же бронзовых медалей. В развитии нашей федерации она идет по спирали и с увеличением задач и также спортсменов наших. Турнир прошел на высшем уровне, мастерство показывали все спортсмены. Каждый выжидал как бы ошибки других. Это показывает уровень мастерства, повышение как бы того уровня, который был ранее. В общем, в зачете клуб школы имени Буза Ибрагимова занял первое командное место, второе занял клуб из Чечни «Ахмат» и третье место «Хасавюрт» клуб. Комбат самообороны хорошо развивается во всех городах республики. Основные результаты – это Махачкала, Избербаш, даже Южно-Сухокумск представлены. Ребята работают не только над спортивными достижениями, но и воспитанием личности. Ребята выступили на очень хорошем уровне, показали хороший профессионализм, показали дисциплину, характер, достойно представили республику на таком серьезном турнире. Вместе с золотыми медалями чемпионские пояса в разделах микс-файт и грэплинг завоевали Салим Гаджиев, Шамиль Абакаров, Хабиб Абдулаев, Шамиль Магомедов, Шамиль Абдулаев и старший тренер махачкалинского спортклуба «Воин» Алихан Магомедов. Наставник бойцов стал обладателем золотой медали Кубка Кавказа в абсолютной весовой категории. В финальном поединке дагестанец встретился с местным бойцом. Первую схватку я выиграл по очкам, вторую финальную со мной попался Меджидов Адам, местный парень был он. И вот с ним вот на болевой север-юг, да, на север-юг попался он и вот так выиграл. В целом я доволен выступлением учеников, потому как там было более 500 участников выступали, да, и в четырех весовых категориях мы одержали первое место. Не Дагестан, а именно клуб «Воин» стал первым. Под руководством Алихана Магомедова обладатели Кубка Кавказа будут готовиться к чемпионату страны. Он стартует в мае в Орле. Осенью бойцов ждет более серьезное испытание – объединенный чемпионат мира в итальянской Тоскане. Гаджимурад Зиудинов, Денис Авдеев, Рамазан Омаров и Юсуп Гази Омаров. Время новостей.